Цены на бензин в Казахстане могут повыситься до уровня соседних стран. Цель такой инициативы – сокращение объемов вывоза нефтепродуктов на территорию России и других государств, сообщил глава Минэнерго Канат Бузумбаев. В социальных сетях люди резко отреагировали на предложение. Все самые горячие новости, блок платформ и мессенджеров в нашем традиционном обзоре. Новость, которая беспокоит миллионы автомобилистов по всей стране. Канад Базумбаев уточнил, что со временем в Казахстане цены на ГСМ будут такие же, как и в России. Это неизбежно. И сделано с целью не допустить в будущем перетока казахстанского бензина в многочисленные страны СНГ, где цены на топливо гораздо выше. В октябре бензин АИ-92 на наших заправках продают по цене около 150-155 тенге за литр. В Москве в среднем просят 260 тенге. Вот к чему нам все всем предстоит готовиться, беспокоятся люди в социальных сетях. А учитывать качество класс 4 и класс 5, а то, что в стоимость бензина в России включены налоги и пошлины, которые автолюбители не платят в России, но платят в Казахстане. Пусть лучше будет коррупция на границе, чем дорогой бензин. Только в России не страшно на любой заправке заправляться, а у нас выбираешь. Тогда повысить тенге пять раз ближе к рублю по отношению к доллару и смело. С такими ценами на бензин, похоже, лучше сжечь свой автомобиль и передвигаться пешком. Но это лишь ирония, а в реальности иномарки действительно горят на улицах Павлодара. Эти кадры попали в сеть Инстаграм и быстро набирали просмотры. Пострадавших нет, по дороге произошло замыкание в салоне авто. Вовремя вышли пассажиры. Многострадальный музей воинской славы в Павлодаре вновь собирает сотни комментариев от пользователей, но не по хорошему поводу. Гнев народа от непонимания ситуации и безнаказанности вандалов. В следующем году 75-летие Великой Победы, но на эти фигуры без боли не взглянешь. А тут в мирное время не можем в должном состоянии содержать памятники павшим. В беззаботное время растут эти вандалы. Перенести бы их хоть на полчаса в 41-й. И в завершении лайф от замечательной рок-попсовой исполнительницы, объединяющей республики Казахстан и Украину, Полодарка Ева Павлова не так давно организовала мощную творческую группу в Киеве, переехала сольным концертом в наш город, посетила театр, погуляла по улицам своего детства. Закрытый вечер получился очень насыщенным и интересным. Звонкий вокал девушки и не банальный репертуар по душе ценителям стиля инди-рок-попс. <плес>